как мы понимаем, наших ветеранов, дорогих наших воинов Отечества, с каждым годом становится все меньше и меньше. И для нас очень важно было сохранить память об их подвиге, именно в рамках сохранения исторической памяти о тех событиях. Мы, в свою очередь, вот, организовали фотосъемки, фотосессии, интервью с нами дорогими, ныне живущими ветеранами, кто откликнулся, кто счел возможным, по состоянию здоровья, по возможности своей с нами встретиться и рассказать о тех трагических событиях, которые произошли 80 лет назад. Каждый из этих людей, вот вы здесь видите, там только 4 портрета представлены, там в фойе еще портреты наших дорогих участников, каждый из них по себе представляет уникальное, на наш взгляд, явление, это уникальные судьбы, это уникальные люди, то есть они еще живы до сих пор, и вот в то время им было по 14-15 лет. Мы когда с ними встречались, вы знаете, вот ощущение было такое, что, вы знаете, как жизнь разделилась на до реализации этого проекта и после, потому что те вещи, которые они нам говорили о своем жизненном пути, о тех трагических событиях, о подвигах, которые в том числе они лично совершали, они говорили об этом очень просто, очень буднично, очень обыденно, как будто для них это не является чем-то из ряда вон выходящим и чем-то выдающимся. Собственно, для них это было предметом их жизни. Когда они в 14-15 лет уходили добровольцами на фронт, когда они с оружием в руках помогали своим отцам, дедам, матерям, старались все сделать для фронта. Некоторые из них убегали по 2-3 раза на фронт, их снимали с поездов, возвращали домой. Кто-то воевал в партизанских отрядах, да, в 14-15 лет прорывались к своим, помогали, чем могли и так далее. То есть здесь вы можете также внизу увидеть все их воспоминания. Это расшифровка их интервью. Мы подвергали их слова минимальной какой-то редактуре, чтобы вот эта речь осталась как от первого лица. Thank you.
Еще я хотела сказать, что не случайно наш концерт начался с прекрасной музыки Сергея Васильевича Рахманинова. Это воспитанник Московской консерватории. Он очень сопереживал, как истинный патриот сопереживал русскому народу, да, своему народу в Великой Отечественной войне. И Московская консерватория чтит память о трагических событиях Великой Отечественной войны. Каждый год все новые и новые поколения консерваторцев и студентов, и педагогов едут в Смоленскую область с концертами, с мастер-классами, посещают деревню Ельня, где проходили ожесточенные бои с участием консерваторских добровольцев, многие из которых там погибли. На День Победы наш студенческий актив принимает участие в грандиозном параде Бессмертного полка. И мы с большим уважением и радостью приветствуем в наших стенах военно-исторический проект «Лица Победы». И вот нашим музыкальным приношением мы открываем фотовыставку ныне живущих ветеранов с их уникальными воспоминаниями о Великой Отечественной войне. И, конечно, от всей души желаем им крепкого здоровья на многое благое лето. Ну а всем и организаторам, и участникам мы желаем творческих успехов и реализации всех задуманных идей и планов. Спасибо. Thank you.
Thank you.
плачу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко, далеко, между нами снега. Заплутавшее счастье зови. Я в холодной землянке тепло, а твоей негасимой любви. Пошла в атаку цепь стрелков.